Все вроде нормально. И чё я попёрся-то? Давай дальше смотреть, потому что меня мутит все-таки. Я понимаю, я просто никуда не могу двинуться. Давай сами пока без камеры посмотрим, без записи, потому что не идет никак информация. Я не против Боль записать. идет. Боль Нервная идет. система забита вся. Вот меня как стопорит, понимаешь, как вот Да, и мне очень не хочется смотреть. энергетику. Да, потому что там больно и очень. Не очень хорошо. Я настолько вот чувствую, меня аж телепать начинает, когда понимаю, что туда опускаться нужно, в эту А это и пещеру. не напускаться, она всю энергетику стянула вниз. Твари. Вопрос, я не знаю, как ты ее остановил. Ну как я это остановил процесс? Это ушел уже после смерти. То есть позволил им с собой это сделать, они, выпив силу Кона, полопались. Вот я это просто вижу, знаю. Но как? А потом ты отправился к этому серому вампиру. Помнишь, мы его видели? Да, Он говорил, я что ты сделал. приходил. Да. И И уже потом... было накачано много зомби таких. Да, там уже было много таких. Вот те люди, которые перед этим пропадали. Они же, ты почему обратил внимание, что начали люди пропадать? Не пропало уже достаточно большое количество людей. И потом ты пошел выяснять, в чем причина. Бил меня по рукам, чтобы я эти ягоды не жрала. Потому что нужно было в нормальном сознании идти. Это я помню. Они такие красные. Ты что, со мной, что ли, пошла? Я бежала следом. Куда ты еще от меня убежать мог? От тебя сложно убежать. Ну, тогда да. Тогда мы были из одной этой. Лейки, шейки. Да, я вредная была. Ты сейчас не очень-то изменилась. Ладно. Почему-то не разрешала это кушать. Как в этом состоянии люди, в измененном немножко состоянии люди, или легкой добычи, или их тогда легко как приманить можно было, знаешь, как какой-то голос, и люди сами туда как идут. Изменилось состояние сознания, да. Да. И Ми люди тут... микродоза Да. психоактивных веществ. То, что И сейчас то... хотят сделать. И туда Импарантис. люди сами туда люди шли, они как призывали людей, люди постоянно в этом таком состоянии, каком-то странном находились. И ты не разрешал это кушать, чтобы они не призвали. Ты как-то понял, что в нормальном состоянии, когда человек проснувшийся и все хорошо, тогда он, ну, управляет сам своим телом и не идет туда. А там как подавление сознания происходило, когда человек наестся этих ягодок, потом могли им управлять. И измененное сознание человека могли брать, хватать, что угодно, он сам шел куда-то. Как сейчас алкоголь, сигареты, что-то подобное. Аналоги делают, выводят людей. Да, что человек идет, и ну, под алкоголем вообще это воздействие такое, что угодно можно внушить человеку, рассказать. Не очень хорошо, что человек соображает. А там, если люди еще умели как на ментальном уровне это все рассказывать, внушать и переподключать себе на уровне мозговую активность себе переподключали и полностью людям рассказывали, ну, условно людям, скажем так. Ты молодой был, я не знаю сколько, ну, 20 это вряд ли. А те, которые там сидели, они старые. Да, те, которые там сидели, они старые. Я помню, ты вот так вот отставил руку, вот что нельзя туда идти, нужно смотреть, что происходит. Туда запрещенная территория была. Не то, что запрещенная, но обычно жители этих островов не ходили туда к этим летучим мышам. Но как бы незачем было туда ходить. Они просто знали, что они есть на этом острове и знали. Никоим образом там не истребляли их, ничего им не делали. Просто такой паразитический образ жизни, они знали об этом образе и все. Как-то никак не взаимодействовали с ними.
И это было как запрещенная территория или закрытый такой, знаешь, как грот. Там не то чтобы гора большая, но вот какая-то грот, как пещера, немножко как возвышенность такая вижу. И вот в этих пещерах они жили. Там длинные такие лабиринты были. Эти, ну, назовем их летучие мыши, условно. Вампиры. Вампиры, да, они там жили. А леса рядом были такие большие, большие леса. Они просто все в зеленой массиве. Там эти медведи, Мишки, коалки да? или мишки, да, вот эти мишки там жили. Просто вижу так картинками, знаешь, вот ты отстраняешься тихо, мол, никто не... Но я не вижу, чтобы за тобой как большая тогда куча народу или какие-то вот кто-то, команда, друзья, вот так, а кто-то. Я никого не вижу, чтобы кто-то за тобой шел. Ну да, Сразу, как всегда. да, как-то вот сразу шел, никого. Как, я не знаю, тогда уже мы, ты шел на... с каким-то планом или, скорее всего, без какого-то плана не было никакого, потому что ты еще не понимал, что Да, происходит. Ты и как, что, с чем имеем дело? да, ты как в разведку шел посмотреть, что происходит. Ну, все, сходил. Нет, еще не все сходил. В то время ты увидел, что там какое-то изменение произошло. Перед тем, как запретный город, ну знаешь, это было, ну как бравада такая, мальчишеская, пойти посмотреть, что там, знаешь, ну не было таких же аттракционов каких-то, как себе доказать, что ты взрослый. Как ходили туда, не, ну взрослые, может, и знали, может, не знали, но это было запрещено туда ходить, но иногда кое-кто бегал, наверное, все бегали посмотреть, что там так издали, знаешь, не заходя туда внутрь. И как-то вот что-то там что-то не так начало происходить, не так, как обычно. Что-то привлекло внимание, как огромное что-то вот с неба прилетело. Или там реально были как машины какие-то, не машины, но что-то вот в джунглях, там как просеку какую-то сделали. И там мне это круглой формы какое-то странное, может, летающее что-то. Я сейчас вспоминаю не то, как я сейчас бы это назвала, да, потому что сейчас я, в принципе, понимаю, что... Но тогда, когда я вот эта девочка смотрю на это, ничего я не понимала. Что это такое? Для чего это? Что она делает? Вижу что-то огромное просто с неба, вот как падает, 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 раз, садится. Ты увлек, что нужно уйти, спрятаться вот туда, вот дальше. Но этот день был и такое время, что они должны спать. Они же ночью оттуда только вылетали. А тут ты увидел, что они ничего не ночью, они постоянно как какие-то странные движения там какое-то. И ничего не понятно, что было. Я начала ныть, что пошли домой. Это точно помню. Но они модифицировали их чуть-чуть. Вспоминай дальше. Да, я У вижу, меня да. муть, туман в голове. Я вижу дальше. Ты запрещал кушать эти ягоды. Фрукты странные там были, похожие по вкусу на айву. Плотные такие какие-то, мякоть плотная. Люди их не ели, они терпкие были какие-то. Их больше ели вот эти вот мишки. Они на этих деревьях и И жили, да. жили, и эти ягоды ели. Это не ягоды, плоды такие. Большие такие, шипастые немножечко. Не шипастые, бугристые, вот это правильное слово. И внутри он желтый этот плод был. Реально на айву немножко похож.
Не знаю, почему их люди не ели, не знаю, почему я их наелась. Что дальше было? Дальше я не знаю, дальше меня вроде поймали. Это из-за плодов? Вот мне кажется, плоды какие-то странные были, как выключили меня совсем. Угу. Да, есть плоды, которые психоактивность повышают, а есть, которые гасят. Там гасили. Я не могу определить возраст, потому что, ну, рост невысокий. 1,40 м, Ну может, так, опять тебя да. поймали, опять я пошел вытаскивать. Ничего Ну, нового. Мона косячит. я не уверена, подожди, Я это еще... пытаюсь выяснить. Это как всегда, Мон. Нет, такого не должно быть. Какой-то другой сценарий, но я его почему-то не Есть хоть вижу. одна планета, где ты не косячил? Есть куча. Да. Рассказываю. Пожалуй, фиолетовая, но не факт. А зеленая. Ну ладно. Накосячила. То же самое, тебя туда утащили. Я не совсем понимаю, Илья, это не четкая картинка идет. Я вижу, как я развернулась, пошла прочь, ты там остался. Я ушла, потом обратно вернулась. Что-то непонятное. Туда-сюда, что я бегаю туда-сюда. Такое впечатление, как ребенок еще, знаешь, не взрослый Угу. человек, вот Тебе как лет ребенок. 8 было, да? Может быть, может, 12 Мне от лет силы. 15 максимум, да? Да, а я вот такое что-то маленькое уцепилась, хвостиком бежала. Трудно определить возраст, не вижу никаких. Может, так лет 12, но не важно. Сейчас как-то Илья вообще размазывается картинка. Я вижу только те плоды этих медведей. Вот ловлю то, что я видела тогда, знаешь, перед собой, вот туда, вот сюда. Ты там что-то высматривала из кустов, тебе там было интересно. Я немного посмотрела, мне сразу интересно было, что такое большое круглое садится. Потом мне это надоело, все, я начала ныть домой, потом начала что-то лазить там. Дальше я ничего не понимаю. У меня голова обратно болит, я не могу ничего смотреть, как плывет все перед глазами. Тоже пси-воздействие мощное, причем двойное, и техно, и от этих козлов вампиров. Они как усилили пси-генераторы Роя были. Да, там Им в какие-то помощь. как установки какие-то были даны. Эти вампиры, они их же как-то модифицировали. Угу. На взаимодействие с техникой Роя. Я тут вообще провалена. Я только вижу, что в мире вампиров, в этом уже мире, где мертвые были, там было их много, и я первая там оказалась, а ты потом там оказался через какое-то время. Вот сразу я умерла, а потом ты умер. И этот огромный такой живот большой, и кожа облазит, такой немножко вампир. Этот мир уже вижу хорошо, а вот что там произошло, каким образом захватили или Там что девушка, я произошло? тоже мало что помню. Помню боль.
Я помню слабость. Я помню вот только уже пещеру это какое-то. И там не такая пещера. Ну, как знаешь, вот что-то стояло, там какие-то генераторы, что-то, какие-то установки. Я помню, ты привязанный вверху вот так за руки, вот так вот, тут такие как цепи. И ты там вот на этом висишь. На, ну, под, не, под, не под потолком, но повыше поднят. И вот за ноги ты прикован, и вот за руки ты прикован только лицом к этой стене, а спиной наружу. И у тебя на спине вот здесь вот, ну, между лопаток и ниже-ниже такие проколы большие. И на руках у тебя проколы большие. И такое, как трубки какие-то вставлены или что-то вот такое скошенное немного. И они прям оттуда даже не кусают, а просто выпивают. Кровь кусать нужно. Им нужно было, чтобы выпивали. Именно им нужно было. Каким-то образом получалось так, что они эфирку стягивали через эти проколы, находя человека, накачивали какими-то вот этими психотропными веществами, что человек как отключался, и они в это время, когда человек был не в сознании, как эфирку стягивали из него полностью. Да. Ну и А как-то срабатывает они... технология адренохрома, получения силы за 5. Фу. Дальше что? А ты-то была в каком положении? Ну, примерно в таком же. Только я там мало помню, потому что такое впечатление, вот приходишь в сознание обратно, знаешь, как всплываешь, приходишь и обратно, и только когда приходила, ощущала, что я живая, смотрела, ты живой еще. Там какое-то время долгое, ну, как, знаешь, может, день, два, три, Несколько, вот. да. Несколько дней там в таком состоянии полуобморочном. Они чем-то воздействовали и постоянно вот, вот так вот и уходишь. Вот так просто, знаешь, как вот из воды вроде выплываешь, вдохнул и обратно на дно пошел. И там какое-то такое состояние. Голова болит ужасно. Волны такие идут. Плотный туман сверху прям давит. Да, давит туман и какое-то состояние. Ты начал говорить какие-то странные вещи. Ты был в этом бессознательном состоянии уже несколько дней, и в одном какое-то в одно время, что я пришла в сознание, и я услышала, что ты говоришь о каких-то странных вещах. Ты начал что-то или вспоминать, или что-то рассказывать, ты начал о чем-то говорить. Я тогда вообще не понимала, о чем ты говоришь. Мне было странно. Я думала, что на тебя эта болезнь пришла, потому что там, где мы жили, вот там в деревне говорили, что чего-то много нельзя и того много нельзя, потому что приходит какая-то болезнь. Вот я уже теперь не могу вспомнить, мне не идет информация, какая болезнь. Я тогда подумала, что ты этой болезнью заболел, что слишком большое воздействие. Там как вроде слишком большого воздействия нельзя было, какие-то минимальные дозы. Да. Потому что что-то считалось болезнью какой-то. И я подумала, что, наверное, ты этой болезнью заболел, потому что ты совершенно странные вещи начал рассказывать, какие-то непонятные вообще. И ты так говорил как-то странно, как вроде ты, это не ты. И дальше я обратно провалилась вот туда, а ты все рассказывал, рассказывал и начала ловить то, что ты рассказывал. А дальше я не помню обратно. Я как в этом сне, вот когда это не сон, а что-то такое, начала тоже что-то, то, о чем ты рассказывала, я начала понимать. И ты в полусне, как это не бред, но что-то ты говорил, говорил, говорил. Дальше не помню. Обратно идет провал такой. А дальше они говорят, они тебе, скорее всего, как-то на тебя еще чем-то воздействовали, чтобы ты вспомнил что-то, или чтобы ты признался в чем-то, или чтобы полностью удостовериться, что это ты в чем-то. Но они не хотели убивать сразу, они чего-то ждали. Они бы могли выпить сразу, но они какое-то время и останавливались, они чего-то ждали. Чего они ждали, это я тогда не Нужна знала. бессиленность, ослабление.
Мы тогда еще, по-моему, не умерли, Илья. Цель была ослабить, чтобы в этом пограничном сознании начали душа снабжать тело для поддержки, для выживания. Цель заставить организм перестроиться и выдавать психоактивные вещества, чтобы были мобилизационный ресурс. Адренохром тот самый. Это в стрессовых ситуациях выброс гормонов таких в кровь. Да, они не давали умереть нам. Да. Вот цель вот эти вот вещества начать производить, чтобы силу в эти вещества химические и в кровь. Потом Чтобы они силу можно начали. было выпить, да. Потом они начали делать что-то, какие-то еще болевые, наверное, практики. Я это не помню, но вот боли было много почему-то там. Это было не только то, что грызли эти вампиры. Они хотя бы грызли, на мишек они действовали как обезболивающие. А там это было усилено, и это было очень больно. Как, знаешь, как горячее железо по венам текло. В то время, когда они скачивали, вот это казалось, что вот внутри все полностью тело, как раскаленное железо. И вот это все тянут, как жилы вроде тянут. Не из крови, а как вроде жилы. Полностью весь организм перестраивался, выгибало, аж просто так было больно. А потом они еще что-то делали, еще что-то поставили. Им нужно было еще померить, на каком уровне идет отслоение. Зачем им отслоение души, это я не знаю. Но они считали, что должно на каком-то уровне боли быть отслоение души. Они там просто сидели и смотрели. Вампиров-то те, которые уже накушали, как знаешь, как таких больших грифонов брали, выносили, других заносили. Эти вампиры им тоже были ну, как полностью подвластны. Там какие-то такое впечатление, что свет яркий горел внутри этой пещеры. А когда свет горел, эти вампиры тоже становились, ну, такие вялые, они как бы не двигались этим. Что-то среднее между летучими мышами и грифонами, не знаю, как это описать. Вот боли там было много, потому что когда они тянули, это было очень больно, это было несколько дней подряд, а потом давали что-то внутрь, поесть или попить, что-то в рот заливали, и ты говорил мне, чтобы я ничего не ела, что так мы быстрее умрем, если не будем кушать. Они просто заливали, а уже терпеть просто не могли. Я хотела умереть, тогда я помню точно. Нет, тоже, да, не получалось. Силы-то были. Ты тоже хотела умереть, и у нас не получалось умереть. Мы хотели просто. Позвоночник до сих пор крутит. Как вот знаешь, как жилы какие-то вот берут, сухожилия или что, вены, и вот просто вытягивают. Это было очень больно. Выманили нас. Не успели мы вспомниться, молодые очень. Слишком молодые Еще мы бы там лет были. 5, да, хотя бы, чтобы психика завершила формирование, и потом вспоминаться можно. Это как дети еще подростки. Поздновато немножко прибыли. Потом вроде пораньше начал рождаться. Да, потом уже успели вовремя умереть. Раньше родиться. Раньше родиться, да. Сейчас говорю, и вроде у меня, знаешь, каждая жилочка на теле трусится. Надо это все снова пережить, и чтобы ушло все. Как каждая мышца, вот знаешь. А я весь как растворяюсь, как будто вот весь в тумане, в кислоте, и этот туман вокруг растворяет меня. Истончаюсь. Выпивали силу как-то. И мы знали, что абсолютно никто не поможет, потому что никто даже искать нас не будет, потому что всем все пофиг. Да.
Да, они сейчас эти же технологии используют. Если бы ты был старше, возможно бы тебя кто-то послушал, или как бы, знаешь, а так, ну, как подросток, ребенок, никто к тебе не прислушивался. Ты ходил, всех тормошил, что как Алекс, помнишь? Что давай, Ну, Алекс-то давай. более-менее взрослый, более-менее все-таки Да. руководитель сектора обороны. Ну да, но вот тоже дергал всех, что Да. нужно, нужно, нужно. А там вообще как бы никак. Мы знали, что никто искать не будет, и туда вообще не ходили наши люди. В тот сектор. Ну, пропал кто-то и пропал. Ну, что такое? Прям ломаю это безразличие, прям сейчас я чувствую. Фу. Они сейчас Ты такое создают. знаешь, мне кажется, что вот эти вот вампиры, которые мы, летучие мыши, грифоны, как они нафиг, что они раньше такими не были, они за несколько лет до этого изменили судьбу. Они вначале этих мишек вообще не трогали, там все питались, там было очень много зелени, очень много разных фруктов, вот такого, они все что-то жрали, какими-то плодами, там, я не знаю, питались, ну, вот таким Да, чем-то. изменил ДНК Да, рост. а потом что-то произошло, и они начали этих мишек подсасывать, вот кровь у них там, или что они из них, кровь, да, тянули. И это было необычно, это было непривычно, и люди начали закрывать двери вот этих. Они раньше вот жили открыто и открыто, там не было таких больших хищников, насколько я вижу, ничего такого большого. Какие-то птицы огромные летали, но это как, ну, не попугаи, но что-то вот, ну, такое, что-то огромное, по типу, не знаю, что-то птицы там много было, разных птиц. Только у них лапок было много почему-то. Фиг его знает почему. Зачем им эти лапки такие? Ну, не важно. А потом что-то изменилось, и они начали этих мишек немножко подкушивать. А потом люди от них как отгородились. Ну, не будем туда ходить и не будем ходить. Если бы первые сразу обратили внимание, что произошло с этими ну, с этими мишками, почему это так стало, знаешь, почему все изменилось, может быть, по-другому все было, так это проглотили, и дальше делать нечего, ну, ходят там и ходят. Не знаю. Не вижу дальше, Илья, вот это вот боль, вот эта вот пещера, вот эти вот цепи. Дальше смотри, что произошло уже сейчас со мной, что я сделал, когда умирал, что произошло на тонком плане. Я как тряпочка уже в углу лежала. Уже меня с этого сняли. Стенда какого-то. Наверное, уже мертвая. Ты А ты... маленькая была. А ты живой. А ты сказал, что жрите, если вы хотите, хоть подавитесь, съешьте мою кровь. Ты как сам вот сказал, Да. что... Правда? Вот так, как сказал... Я Если им вам, дал всю свою силу и да, их перекодировал. если вам это необходимо, или если вы этого хотите, ты добровольно начал ему давать, Да. говорил, ну и жрите меня, жрите. Я понял, в чем секрет. Насильно им нужно было ломать. А если добровольно, как бы естественный гармоничный ход обмена энергии во Вселенной. И этим этот проект сломался. Ты как до капельки, они уже не хотели, а ты как вот выдавливал из себя все, знаешь?
Не знаю, как это объяснить. Вот как полностью все умирал, 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 сам хотел умереть. А вот забирайте все, забирайте, забирайте. Выкидываем все, да. Смерть на кресте типа того. Смертью смерть поправит. Добровольно отдал всего себя. И этим сломал, смотри, расчетный механизм. Да, это было неправильно для их, скажем, для их механизма, для их того, что было заложено в основу. Это все было неправильно, никак не получилось. Проект закрылся, как разорвало. Да. Они не могли, это были вампиры, им нужно было высасывать. А тут, если добровольно, это неправильно для них. Это не так, как они могли работать. Это уже не слом вселенной, да, и они становились кругооборотом. Да, и они как, знаешь, как разрывало их, можно сказать. На энергетике, да. На энергетике их разрывало. На физике они просто вот чух, и все. И тогда я не знаю, ты умер, по-моему. Да. Все. Больше не Цель вижу, была чтобы ты жив. выполнена. Да, больше не вижу, чтобы ты живой был. Я себя там не вижу, я только тело свое вижу, вот в углу. У меня сейчас боль такая, вот где вот эти были. Они в нервную систему, в лимфу. И в кровеносную, естественно. Они абсолютно все выкачивали, что только можно было. И там подключка к нервной системе, смотри, какая. Да, и в голове была подключка, и в мозг была подключка, не и оттуда. Но те люди, Они которые боль там жили, генерировали там. да, те люди, которые там жили, они обладали способностями такими, и они как-то как некоторые участки мозга, те, которые вот за боль отвечают, там как ставили какие-то заглушки, чтобы больше боли, как в 2 раза умножать, в 3 раза умножать, чтобы боль, боль, боль была сильнее, чем у Чтобы человека обычно. психическую энергию производили, и вот все истончались этой энергией. Я вот принцип добровольности сломал этот механизм. Да. Я в какой-то момент понял, чего они хотят. Они хотят больше, больше, больше. И терять нечего, я отдал все. Сердце сразу лопнуло, как инфаркт, инсульт сразу, мозг у меня взорвался. Ну я всего себя взорвал и отдал. Ты что-то начал понимать перед смертью, вспоминать. Я говорю, что ты о чем-то говорил, я не могла понять о чем. Ты что-то вспомнил. В таком состоянии я обессиленный, это как уже, знаешь, состояние пограничное. И тогда ты что-то понял, наверное. Свою суть. Я отдал ее всю им. Ну а потом это был этот мир, искусственно созданный мир мертвых, где уже много было зомби. Они уже были без души, потому что таким образом они выпивали все, а потом душу забирали. Они были реально как мертвые зомби, без ничего. Они не могли идти на инкарнации, потому что души-то у них не было. Они в этом мире жили постоянно, их как-то использовали или пытались использовать. Я их вижу как армию просто. И этого большого вампира вижу. Себя там вижу. Мою душу они не сумели забрать, хотя я и умерла там в пещере, где и другие умирали. Не так немножко было, немножко не такая душа. И я туда, в этот мир мертвых, попала с душой. Обычно туда попадали уже без души. Просто зомби, а я туда с душой попала. И я попал, смотри, что начало происходить. Ты сказала, что все равно уйдешь. Ты с ними бился, с этими. Их много-много было, но ты с ними бился. Ты бы мог уйти. Ты хотел меня забрать.
Ну или просто оставлять не хотел, что одно и то же. Ты тут сказал, что ты, конечно же, всех можешь победить и уйти, но меня он не выпустит. Этот большой такой. Сколько ж там боли было, а? Как всегда. Только мы еще совсем были дети. Мы на зеленой были дети. И там были дети. На зеленой это быстрее было, раз разорвали и все, а там мучили несколько дней. Ну, с этим я сколько, полдня, нет, больше бился-то. Зверьком шугал или выманил, убегал, чтобы выманить, потому что понял, что в пещере никак, потом как камни бегал, он там, ну день, больше сутки, а туда чуть не неделю умирали. И они там тоже есть пытаются, я там им пытался дать, а они ничего не было, ни крови, ничего. Победить как? Тем же путем. Там тоже вампиры выпитые. Они тоже хотели, тоже. Как сами становились вампирами. Да, без души уже. Уже. Антивирус, то есть добровольность отдачи, она разрушает любого вампира. Да, ты же умер уже с этим, а я-то умерла от их муки. Ну вот, я же не так умерла немножко. Поэтому ты мог уйти, а я не могла уйти. Потому что ты против их правил умер, а я по их правилам умерла. Давай чуть-чуть прервемся, не могу больше. Давай. Наполняйся сейчас. Прости, пожалуйста, что я сказала, что... Наполняйся. Надо сейчас просто это все пересмотреть, да. Чтобы восстановить. Да, хорошо. Убрать эти выкачивающие вечно силы импланты.